27 ноября в Декамир состоялся традиционный праздничный концерт, посвященный Дню Матери «Мамина радость». Все композиции, собранные в концертной программе, были посвящены самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни – маме. «Мама» – простое, казалось бы, слово, а сколько в нем нежности, ласки, тепла. Ребенок лопочет его бестолково, ручонки раскинув, припухшая сна. В печали и в радости мы произносим, то робкая мама, то резкая мать. Порой на чужбине вдруг сердце запросит совсем незнакомую мамой назвать. Воспитанники творческих коллективов Дворца культуры вышли на сцену с яркими и красивыми номерами, отражающими чувство любви и нежности к своей маме. Сегодня каждое выступление, песня, танец или стихи – это подарок для милых мам. «Мама много значит очень, не спит она ни днем, ни ночью. Коль знает, что у вас беда, ведь мама жизнь вам всем дала. Любите, мам, всегда любите, и сердечко мамы берегите. И помните, что мамочка одна, тепло дарите ей сполна». Прекрасным дополнением концертной программы стала композиция «Эквилибр на катушках» от акробатической студии «Проформ» в исполнении Матвея Синакевича. Концерт оставил зрителям множество приятных впечатлений. «Очень понравился. Прям восторг. Каждый номер прям готовился очень тщательно, и прям видно, что дети были очень рады выступать, и это очень чувствовалось. Я аплодировала, как только могла». «Каждый вложил частичку своей души в свой номер». «Что бы ты пожелала маме в День Матери?» «Я бы ей пожелала здоровья, счастья, улыбки, и чтоб она не болела никогда». В России День Матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2021 году он выпадает на 28 ноября и справляется на официальном уровне 24 раз. Накануне праздника учащимися и педагогами образовательных учреждений нашего города были организованы концертные программы с песнями и танцами, а также творческие занятия, на которых дети делали поделки и открытки. 26 ноября члены молодежного парламента и активисты МГЕР посетили школу номер 3 и провели среди учеников начальных классов мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки для мамы. Ребята своими руками делали открытки в технике аппликации, вкладывая в них всю свою любовь и благодарность. Увлеченные творческим процессом, школьники мастерили открытки с особым старанием и удовольствием. В завершении каждый написал на открытке слова поздравления своей маме. К концу урока мальчишки и девчонки, радостные и счастливые, держали в руках яркие открытки, которые скоро подарят своим мамам, напоминая им, что они самые лучшие и любимые. Валерия Федотова, Александра Тимошкина, Алексей Устинов. Новости Лыткарино.